Добрый день, уважаемые дамы и господа! Вас приветствует круизная компания «Водоход». На судах нашей компании безопасность занимает главное место. В начале каждого рейса мы проводим учения, которые на судне объявляет капитан. Внимание, объявляется учебная тревога. После прозвучавшего сигнала вам необходимо достать под койкой спасательный жилет, надеть его и выйти в коридор. Ночное время суток. Для облегчения вашего обнаружения вам необходимо включить огонь поиска и подать звуковой сигнал свистком. Если будет необходимость в оставлении судна, пути эвакуации и место посадки спасательные средства вам укажут горничные и ваши гиды. Посадка в шлюпки и спасательные плоты производится с главной палубы. Кроме индивидуальных спасательных средств, на судне имеются спасательные средства общего пользования, такие как плоты и шлюпки. Уважаемые гости, во время круиза просим соблюдать правила поведения на воде. Желаем вам хорошего отдыха.